Сегодня состоялось заседание Верховного суда Камбоджи. Его решение будет предоставлено журналистам в понедельник. Решение будет на трех языках – кхмерском, русском и английском. Верховный суд Камбоджи постановил отказать в экстрадиции Полонского в Россию. Решение суда сейчас переводится. Полонский лично никому ничего не задолжал. У него есть деньги. Он хочет помогать Камбодже. Он хочет строить дома, помогать людям, предоставлять новые рабочие места. В России он уже имеет опыт строительства. Никакого преступления в России он не совершал. Интерпол объявил его в международный розыск. Но разве никто не знал, где он? Он официально въехал в Камбоджу. Его паспорт здесь. Верховный суд Камбоджи уже решил, и есть решение, что он не совершал никакого преступления. Он честный человек, поэтому не будет никакой экстрадиции ни в Россию, ни в любую другую страну. Потому что его дело лежит в плоскости гражданского, а не уголовного права. Сколько лет прошло с 2005 года? В течение 9 лет почему никто не требовал деньги, если он задолжал? Это гражданское дело, не уголовное. Он не преступник. Он приехал в Камбоджу для того, чтобы нам помогать. Можете спросить самого Сергея, либо меня. Полонский хороший человек. Я адвокат, и я всегда говорю только правду. У меня есть все доказательства его невиновности. Он хороший человек. Я не могу понять, откуда у него столько противников и почему так много людей, которые хотят ему зла.